Ну и куда же зимой без катка? В Москве будут работать около 1500 ледовых площадок. 19 открываются в эти выходные. Парк Горького и парк Сокольники – пионеры. Там на коньках катаются уже неделю. Хорош ли там лед, узнала моя коллега Мария Кускова. Несмотря на лужи и периодический дождь, кататься на коньках уже можно. В Сокольниках и в парке Горького залили катки с искусственным льдом. Поэтому даже при плюсовой температуре можно брать коньки свои или на прокат и приходить сюда кататься. Лед сохраняет свои свойства благодаря особой технологии. Сначала сюда положили вот такие бетонные плиты, потом охладили их с помощью труб, в которых течет специальное вещество. Поэтому сейчас, несмотря на то, что на улице очень тепло, лед продолжает оставаться твердым. Один из плюсов катка в Сокольниках – это то, что все коньки абсолютно новые, их купили только в этом году. Еще один бонус – это то, что здесь есть бар и кафе, куда можно заходить, не снимая обувь. Ну, а теперь о ценах. Вход на каток в будни стоит 250 рублей, в выходные и праздники – 350. Прокат коньков – 200 рублей за 3 часа. В этом году мы расширили перечень льгот. У нас в том году бесплатные дни были для пенсионеров по вторникам. С 10 до 15 они могли прийти бесплатно покататься на всех катках. В этом году мы дополнили льготный день – четверг. Этой зимой в московских парках будут работать 45 катков. Из них больше половины будут с искусственным покрытием.